Дальний проход, чтобы не ездили машины. Сколько? 5 штук на шин. Судом Московского района поиску. Вот, они продолжают строить. Все, нам объяснили, что все. Милиция. Судебные приставы приезжали и в пятницу, дважды, и в четверг. Стройка продолжается. Сегодня с утра, в начале 8-го, развернули машину для литья бетонами. Вот. Жители вышли сюда для того, чтобы воспретить, и перекрыли этот проход. Подъехало 5 машин бетономешалок, приехали строители. Строители начали открывать двери, применять силу. Здесь есть... И дети стояли, и мы стояли. Они нас прям забором вот так вот пихали, начали отпихивали, да. Хотя... Применяли, грубо сказать, можно грубую силу. Насилие. Меня молодой парень здоровый ударил по эту сарай по лицу, по очкам. А мне под 80 лет. Он имеет право, потому что я дверь держала, не пускала его. А у него сила молодая. У него сила молодая. Он имеет право так, а? Я покажу. Убирайте тон. Сейчас едет. Нет, вот уедете, мы уехали. По какой причине? Так, садитесь. По какой причине машины все уехали? Скажите нам, пожалуйста. А? Подрядчику вопрос. По какой причине? По какой причине, что вы нарушили закон? Вы нарушили закон? Нет, если бы я нарушила закон, я бы не ушла. Закон нарушили вы с охватом коня. Вы вот именно нарушили, поэтому вы уехали от нас. Thank you.